Да, друзья, наступило наше время. В 16 часов по Москве мы начинаем очередную трансляцию. Нас мало. Утешение одно. Когда-то все, о чем мы говорим, будут изучать студенты, как это самый особый курс. Потому что надо будет не только научить их, а так как у многих это заложено чуть ли не с детства, то еще и переучивать. Есть такие вещи, которые знают все. Вот. Помните выражение. Бери больше, кидай дальше, отдыхай, пока летит. Вот это на этом основано современное садоводство. А наше садоводство будущее. Вот. Там не придется не кидать, а отдыхать придется в полную меру. Поехали. Так, поехали. Прошу прощения, но... У меня еще одна есть. У меня есть такое прозвище. Солнечный дед. Так, оно обязывает. Поехали. Значит, смотрите. Я говорю часто, очень мало работы в саду. Но приходится все-таки какую-то работу выполнять. 4 покоса в моем саду. Ну, возраст без помощи помощника уже обойтись не могу. А это фотография для того, чтобы вы знали, что не бывает идеальных технологий. Когда сад зарощен, когда я всеми фибрами души ненавижу перекопку в саду, которая вызывает у меня даже чувства такие сильные, что, помните, меня ругали за крепкие слова. Поэтому, где он компромисс? А компромисс вот он. Современная техника, вот эта самая бензокоса и... косится так, что после этого, когда эта трава высохнет, уже шансов, что можно будет поджечь сад целиком, а еще у нас бывало и горят целые улицы, вы знаете, то этому способствует небрежное отношение именно к тому, что пожароопасности. Поэтому вот эта фотография, я призываю вас не отказываться от заложенного сада. Ну, приходится буквально даже не стричь, нет, брить. Вот. Ну, дальше, понятно, без слов. Вот таким путем избавиться от пожароопасности.